Приветствую вас на канале Профи. Сегодня на ремонте iPhone XR, а конкретно заказчик попросил заменить аккумуляторную батарею, так как уже плохо держит заряд. В этом видео покажу, как разобрать и заменить ИКБ, и как я попал на новый дисплейный модуль. Также в конце видео расскажу о очередном розыгрыше. Надеюсь, будет интересно. Начинаем! Для начала вынимаем сим-лоток. Далее откручиваем два винта в нижней части смартфона. И кладем смартфон на платформу для разогрева проклейки. Устанавливаем присоску, тянем вверх, и в образовавшуюся щель между корпусом и рамкой нужно вставить что-нибудь тонкое. В итоге долго мучился и получил битый модуль. Причем это сделал присоской, когда тянул модуль вверх. Вот так я попал на дисплейный модуль. Все же получилось приподнять край модуля и медиатором потихоньку отклеил. Теперь нужно открутить Г-образную защиту, которую удерживают три винта. Отключаем клемму АКБ. Теперь нужно отключить вот эти три шлейфа. Для этого также откручиваем винты защит и отключаем шлейфы. Для того, чтобы нам аккуратно снять АКБ, нужно вытянуть две проклейки снизу. Но чтобы это сделать, придется снять нижние компоненты, антенну, вибромотор и динамик. Откручиваем 7 винтов антенны. Отключаем ее. Откручиваем еще 3 винта и снимаем вибромотор. Отключаем шлейф. Откручиваем еще 4 винта, чтобы снять динамик. И отклеиваем динамик. Теперь можно спокойно вытянуть 4 проклейки, 2 сверху и 2 снизу. Готово. Теперь можно вытащить АКБ. Берем новый АКБ. Подключаем дисплейный модуль. Подключаем АКБ. И проверяем. Включаем смартфон. Смартфон загрузился, значит АКБ исправен. Отключаем дисплейный модуль, обезжириваем корпус. Снимаем подложку и приклеиваем новый АКБ. И собираем в обратной последовательности динамик, вибромотор и антенну. Перед тем, как приклеивать новую проклейку, удаляем старую и обезжириваем.
Снимаем еще одну подложку, и новая проклейка находится на корпусе. Подключаем шлейфы дисплейного модуля, а после шлейф АКБ. И устанавливаем обратно защиты. Защелкиваем модуль и прикручиваем двумя винтами. Как видите, модуль уже новый. Берем салфетку и аккуратно прижимаем по краям, чтобы проклейка приклеилась к модулю. Контрольная проверка. Включаем и проверяем. Подключаем зарядку. Ремонт считаю завершенным, хотя и минусовой для меня по моей же вине. Модуль установлен оригинальный, с разборки, поэтому заказчик получит полноценный iPhone с замененным АКБ. Ну а сейчас о розыгрыше. Приз – отвертка с насадками Джейками JM8150, 50 в одном плюс удлинитель. Итак, чтобы принять участие, нужно поставить лайк этому видео, быть подписанным на канал и открыть свои подписки. И оставить комментарий с краткой историей. Как вы ремонтировали за свой счет заказчику? Или если вы заказчик, то как вам отремонтировали по вине мастера? Итоги через месяц. На этом я заканчиваю видео. Всем удачи, прямых рук и до новых видео. Пока!